За первую неделю более 25 тысяч голосов. На губернаторском портале «Решаем вместе» продолжается голосование за дороги, которые будут отремонтированы в Ярославской области в 2019 году. Это и городские улицы, и дорожные объекты регионального значения. Как сделать свой выбор, расскажет Сергей Курицын. Улицу Громова в Ярославле начали ремонтировать этим летом. Сейчас одна из главных магистралей Брагина выходит на финишную прямую. А вот перпендикулярно идущий проспект Дзержинского автомобилистам и пассажирам общественного транспорта пока придется терпеть. Справедливости ради, ямы там не самые широкие, и верхний слой асфальта худо-бедно держится. Но он обязательно поползет, и эту проблему уже сегодня могут начать решать сами ярославцы. С 6 августа в регионе началось голосование за отбор объектов дорожной сети, которые будут отремонтированы в 2019 году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Сегодня в Северном жилом районе уже отремонтирована улица Труфанова, заканчивается улица Громова, начался ремонт Ленинградского проспекта, улицы Большая Норская, улицы Урицкого. То есть в основном в этом и в следующем году мы, наверное, закончим основные дороги Северного жилого района. Вот мы сейчас находимся рядом с проспектом Дзержинского. Я бы очень хотел, чтобы жители нашего округа, нашего района именно проголосовали за эту дорогу вместе со вспомогательными дорогами, потому что она в ужасном состоянии. Голосование проводится на губернаторском портале «Решаем вместе». Чтобы принять участие в выборе дорог, необходимо зарегистрироваться, указав при этом номер телефона. Голосовать можно один раз и не более чем за 10 объектов. К выбору предлагается 21 улица в Ярославле, 53 в Рыбинске, а также 35 вариантов по области. Среди улиц столицы Золотого кольца лидирует отрезок на Красноборской. Среди областных трасс участок Рыбинск-Глебово. Они различные, эти объекты, то есть, ну, нет у людей. Одни живут в области, другие живут в городе Ярославль. Соответственно, ну, понятно, что городские жители голосуют за городские объекты. Жители, которые живут в области, в районах, они... Им, конечно, интересно, чтобы дороги были в первую очередь отремонтированы там, где они живут. По итогам первой недели свой выбор на портале «Решаем вместе» оставили уже более 25 тысяч человек. Голосование продлится до 31 августа. Дороги в рамках федеральной программы БКД ремонтируются уже второй год подряд. Ярославская область попала в список 36 регионов, где проект финансируется в больших объемах. В 2018 году в рамках программы будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью более 81 километра. Сергей Курицын, Максим Сушанов, новости города.